Все началось 1 марта 1990 года, когда впервые в свет вышла татарская национальная газета «Бердымлек». Для читателей это была любовь с первого номера, которая длится уже четверть века. С четырехстраничной газета выросла до восьмиполосной. Сегодня у издания около 4000 подписчиков. Название у газеты, наверное, появилось не случайно. «Бердымлек», «Единство». И все эти годы газета действительно жила одной семьей со своими читателями. Продолжать и впредь работать для своих читателей, чтобы вот это единение было всегда. Люди и стали главными героями газеты, на страницах которой особое место рассказам о жизни татар, которые трудятся в самых разных сферах – образовании, медицине, сельском хозяйстве. Материалы о национальных праздниках, традициях, воспитании молодежи. Именно за новым поколением развитие издания, которое не теряет своей актуальности. И журналистика, она будет жить, и газеты будут жить, и русские газеты бумажные, и татарские, и национальные. Если вместе будем работать, жить, и культура будет развивать, и язык будет. Около 1300 номеров газеты вышло за 25 лет. Издание помогает сохранить татарский язык. «Бердымлек» читают не только в Самарском регионе, но и в Ульяновске, Оренбурге, Москве. Это одна из лучших национальных газет в стране. И все большую популярность статьи на татарском набирают в интернете. Алина Чемерис, Марина Кравцова, «События».